Минобороны России обвинила ВМС Британии в подрыве северных потоков и атаке на Севастополь. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву северных потоков, заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости. Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу, Северном потоке и Северном потоке, 2. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. А оператор Северного потока Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентные сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Москве также заявили, что дроновая атака на Севастополь была совершена при поддержке британских специалистов.